Привет, друзья! Вы на канале Плюмбум, канале о рыбалке, фидерных монтажах, донных монтажах и так далее. Сегодня будем вязать классический фидерный монтаж с отводом. Точнее, не с отводом, а с противозакручивателем. Пройдемся по классике. Что нам нужно? Основной шнур, на котором это все будет делаться. В данном случае это шнур 0,45. Фидерная кормушка, вот такая, я их сам делаю, поэтому очень удобно. Кормушки делаю с пробочкой, с такой, с крышечкой. Мне так нравится, потому что она одевается отдельно, можно с ней, можно без нее снять. Намного дольше хватает прикормки. В данном случае тут 50 грамм. Кормушка классная, вот. Видите, не валяшка. То есть падает правильно. Дальше нам нужен крючок, поводок. В данном случае уже готовый, чтобы время не терять. Противозакручиватель, бусины, и вертлюжки. Один поменьше, другой побольше, но можно одинаково использовать. Начинаем. Берем основной шнур. Сантиметров, сантиметров 40 я беру. Вот. Берем вертлюг побольше. Но, повторюсь, можно использовать вертлюги одного размера, это не принципиально. Вяжу для себя, потому буду делать так, как мне нравится. Привязываем вертлюг. Не знаю, как этот узел называется, но всегда не вяжу с детства. Затянули. Готово. Лишнее отрезали. Есть. Противозакручиватель берем. Продеваем основной шнур в трубочку. Так, стоп, не так. Нужно надеть пару бусин. Бусин много не бывает, как я говорил в прошлых видео. Да что ж такое? Раз. Два. Одеваем. Одеваем на другой конец парочку. Раз. Два. Берем вертлюг. Второй. Тут чуть поменьше вертлюжок. Привязываем. Привязали. Лишнее отрезали. Поводочек
По одной цепляем ко второму концу вертлюга. Петля в петлю. Все закрепили. Получается вот такая конструкция. Чем удобно? Можно менять кормушки в зависимости от того, какой тест вашего удилища. Ну и все просто. Одеваем кормушку. Так, секундочку. Все. Наш монтаж готов. Все элементарно просто. Вот. Данный монтаж не является дальнобойным, ну такой, метров 20-25 его можно кидать для рек. Ну опять же, все зависит от того, какое у вас удилище, там тест его, качество, ну и естественно от катушки. Так что, кому понравилось, или кому не понравилось, ставим либо лайк, либо дизлайк. Так что, до новых встреч, ребята.